замечательное утро субботы, и в этот солнечный день мы приехали на Морвокзал на выставку. Сегодня нашей главной задачей будет посетить выставку и продемонстрировать вам все то, что мы получили на занятиях, практических на лекциях. Вот, сегодня мы вам покажем различные типы клиентов, надеюсь, вам будет интересно. С представителем компании RedMaster Максимом. Максим, расскажите, пожалуйста, какие типы клиентов чаще всего вам встречаются? Чаще всего люди встречаются частные предприниматели, средний и мелкий бизнес. Скажите, пожалуйста, какие трудности возникают в процессе коммуникации? В процессе коммуникации нет никаких трудностей. Нет никаких. Все всем подходит всегда, не бывает возвратов, ничего. Нет, такого не бывает. Нет, не бывает. Мешает отсутствие денег у клиентов. Это да. Скажите, а вот специфика работы? Специфика работы — это курорты, лето, сезонность. Вот такая специфика работы. Хорошо, спасибо вам большое. Сейчас мы побеседуем с представителем компании «Мир мебели» Анной. Анна, скажите, пожалуйста, какие клиенты чаще всего вам встречаются? Но так как выставка специализированная, чаще всего подходят руководители гостиниц, управляющие гостиниц, домами отдыха. Очень часто распространено хостелы. Соответственно, хозяева хостела, все хотят идти в ногу со временем, иметь современную мебель, соответствующую ГОСТам. Ну, соответственно, матрасы, подушки и так далее. Наш профиль. Скажите, а психологические аспекты влияют на вашу работу? Что вы подразумеваете? Насколько трудно в процессе коммуникации? Жизнь такая у нас. Каждому клиенту при желании можно найти подход. Главное быть внимательным и понять, чего он действительно хочет. Спасибо вам большое, что ответили на... Сейчас мы побеседуем с представителем компании «21 век. Ручная работа» Юрием. Юрий, скажите, пожалуйста, какие клиенты чаще всего вам попадаются? Вообще клиент всегда бывает разный. Но чаще всего попадается... заинтересованный клиент, потому что наша продукция довольно-таки бюджетного плана, и мы, когда 10 лет организовывали свою фирму, хотели по фордовскому образцу, по китайскому производить много, но зарабатывать как бы на вещи, был такой девиз, по доллару на 1 000 000 штук продать. Эта идея, цель была поставлена, в принципе, у нас неплохо получается. Так что в первую очередь любой клиент приятно удивляется цене и качеству. И в основном клиенты рады, что получили информацию на выставке, что вот у нас есть такая продукция, и они будут ее заказывать, покупать. Большое спасибо представителю «Ручная работа 21 век» Юрию. Сейчас мы побеседуем с представителем «Мега Мебли» Олегом. Здравствуйте. Добрый Скажите, день. Пожалуйста, какие чаще всего проблемы у вас возникают в процессе коммуникации с клиентами? Проблем, в принципе, не возникает никаких. У нас все слаженно работает. Все. Не бывает такого, что попадается капризный клиент, с которым вот сложно найти общий язык? Люди разные бывают. Ко всем можно найти общий язык, со всеми. Люди бывают разные, абсолютно. То есть у вас не возникало таких вот ситуаций, что возвращают что-то, вот какой-то товар не подходит? У нас товар такой, который практически 99% не возвращают, в том-то и дело. Вся разница, что если бы мы делали то, что возвращали, то, может быть, были бы проблемы. У нас 99% никто ничего не возвращает в качестве. Скажите, а вот много людей, которые посещают вот эту вот выставку, подходят к вам, становятся потом вашими клиентами? Мы пробуем по выставкам, ездим, пробуем по всей Украине. Так информация у людей ознакомлюсь, как оно будет дальше, посмотрим. Большое спасибо представителю компании «Мега Мебли». Сейчас мы пообщаемся с представителем компании «Мебельная мастерская» Юрия Романова, непосредственно с самим Юрием Романовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это все делаете вы? Да, это все делаю я в своей мастерской. Вот мы делаем мебель из натурального дерева под заказ. Вот. Скажите, а вот сколько потенциальных клиентов вот с этой выставки потом приходят к вам и действительно что-то заказывают? Я ожидаю, буквально несколько человек мне будет достаточно там на год работы.
Вот, то есть работа у нас не быстрая, поэтому там, например, интерьер комнаты может делаться там полгода. Поэтому там, если речь идет о ресторанах, то это может затянуться на год и так далее. Поэтому на самом деле у меня много клиентов не нужно. У нас не массовое производство, то есть я работаю один и несколько помощников. Поэтому не нуждаюсь в большом количестве клиентов. Скажите, а кто чаще всего становится вашими клиентами? Это розница или вот рестораны, гостиницы? 50 на 50. 50 на 50. Половина, да, половина это работаю с ресторанами. Вот, и половина это частные клиенты, конечно. Вот, квартиры, особняки. А скажите, а возникают какие-то сложности вот в процессе общения с клиентом? Ну, конечно, бывает и так. Бывает, по срокам не успеваем, бывает трудно договориться просто о дизайне, бывают просто длительные переговоры вообще для того, чтобы сделать вообще красивую мебель, то для этого бывает, что месяцами мы работаем только над проектом, оговариваем, меняем и только потом приступаем к работе. Вот. Так, поэтому бывают сложности, но в целом все очень хорошо. Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. Мы беседовали с представителем мастерской Юрием Романовым. Вот мы и побывали на замечательной выставке гостеприимства в Одессе. Выставка была действительно замечательной, очень много интересных и позитивных людей. Мы пообщались с многими представителями, получили интересные знания. А что же мы подсуммировали в конце? Смотрите дальше.